все, лето заканчивается. Какой ужас. Давление подскочило. Здоровье прям чувствую, что скоро на работу, в школу. Капец. Надо учеников обзванивать. Позвоню, наверное, первому Ботанову. Какая интересная книжка. Странно, что Мария Ивановна не звонит. Завтра линейка. А я еще даже не знаю во сколько. О, кажется, оно! Наконец-то! Алло, здравствуйте. Ботанов? Здравствуйте, здравствуйте. Напоминаю, завтра линейка в 10. Да, конечно. А почему не в 8? Ну, в 10 и в 10 на педсовете так решил директор. Явка в официальном виде, школьная форма. Хорошо, Мария Ивановна, обязательно буду. Все, жду. До встречи. Спасибо, до свидания. Папа, скорее сюда! Ох, Затупин, надо мне очень обзванивать. Капец, лето уже заканчивается. Только же началось же. Кто-то нет. Ладно, не буду поднимать, это, наверное, училка. Надо мячик в лабиринт забирать. Трубку не берет, ничего себе. Еще раз. Да опять звонит, достал. Алло. О, Затупин, здравствуй. Здравствуйте, Мария Ивановна. Напоминаю, завтра на линейку в 10. Официальный вид, школьная форма. В школьной форме? Это как? Ну, почитай в интернете. Как играть на уроках, так вы первые. А как посмотреть в интернете, так последние. Все, давай, до свидания. Хорошо, до свидания. Мама, иди сюда! Да, перед Тупаревым нужно выпить валидольчик, а то сердце не выдержит. Ха! Да, конечно, батя хитрый, сам остался на курорте, а меня отправил домой. С чего вдруг? Вроде же все нормально было. Ой, теперь можно звонить Тупареву. Это кто там решил побеспокоить? Марья Ивановна звонит. Чудо хочет. Понял, вот что меня батя отправил. Это ж 1 сентября завтра, походу. Нет, я не хочу еще в школу. Я почти недельку-две дома посидел. Где я есть? Вызываемый вами абонент временно недоступен. Не поняла, что? Абонент недоступен? Что-то какой-то голос знакомый. Да что снова? Опять Марья Ивановна. Ну я же сказал, что вызываемый вами абонент временно недоступен. Ну что тут непонятного? Тупарев, это ты там прикалываешься? Здравствуйте, это Марья Ивановна. Простите, Марья, да, здравствуйте, здравствуйте. Ага. Завтра в 10 должен быть на линейке в школьной форме. Какая линейка, Марья Ивановна? Какие 10 утра? Я в Турции балдею! Я с батей на курорте, понимаете? Давайте как-нибудь там без меня начинайте учиться. А я подтянусь там, лучше к Новому году даже. Какая Турция? О чем ты шепчешь? В школе должен быть. Без отмазок и без разговоров. В школьной форме? В 10 утра? Марья Ивановна, ну зачем так рано, а? Ну нельзя линейку в 2 провести? А лучше вообще вечером разойтись сразу по домам. Завтра в 10 явка обязательно. Не придешь, получишь документы в руки и пойдешь у меня далеко и в Турцию. Да ладно вам, ну пошутить уже нельзя. Документы забирать, документы забирать. Да буду я на вашей линейке, не переживайте. Смотрите, наоборот, не переживайте, что я там буду. Все, до свидания. А теперь можно и в больницу съездить, на капельницу, чтобы завтра не упасть посреди линейки. Линейка? В 10 утра? В школьной форме? Вообще обалдели, что ли? Я отвык за 3 месяца к школе. И не хочу. В яму упал из-за того, что настроение испортили. Папа, скорее сюда! Что, сынок? Что случилось? Папа, завтра линейка в 10. Мне нужны принадлежности, форма и, наконец-то, школа. Так форма дорогущая, тетради кучу надо, канцелярии всякой. И что тут радостного, сынок? Папа, школа, я уже так соскучился, так надоело лето. Лучше бы лето не кончалось. И с одеждой проще, и с пропитанием на любом дереве можно найти. Ладно, сынок, конечно, тяга к знаниям это хорошо. Пойду что-нибудь придумаю. Ладно, книжку пока почитаю. Мама, иди сюда! Ну чё ты орёшь? Что случилось? Я играю тут в игру, а ты орёшь. Что? Мам, в школу завтра. Мария Ивановна сказала, в школьной форме. Какой еще школьной форме? Вечно ваша Мария Ивановна выдумает. Джинсы, треники, спортивки и норм. Что такое школьная форма? Покажи мне вообще. Иди сюда, мам, покажу. Я тут погуглил. Сам не знал, что это такое. Давай. Вот это школьная форма? И ты вот так собираешься ходить в школу? Ты чё, с тебя ржать все будут, сына? Это издевательство над детьми. Согласен, ну что поделать, сказали, будут выгонять. Сына, не волнуйся, никто тебя не выгонит. Завтра в букет для Марии Ивановны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мне на конфеты. Ставишь в букет для Марии Ивановны и ходи в чем хочешь, понятно? Если что, пусть звонит. Пока. Хорошо, пока. Ну что, сынок, смотри, твоя прошлогодняя форма. Надеюсь, ты не вырос с нее. Ведь я специально поменьше витаминов тебе давал, чтобы ты резко не вырос. Будешь примерять? Конечно, папа, конечно буду. Так, ты одевайся. А кроме этого, смотри. Ой, немножко грязные, порванные. Вот так уберем. Вот. Смотри, сколько листиков я нашел в твоих старых тетрадях. Это с ними спокойно можно ходить на уроки. С листиками? Так мне ж тетради нужны. Это уже мне проблема. Включай смекалку, берешь листик, а вначале подписываешь как тетрадь, а на следующем пишешь как в тетради. И все. И, кстати, вот тебе ручка. Ой, правда, слегка погрызенная. Хотя это колпачок. Кому он нужен? Просто ручка и кусочек карандаша. Ну, считаю, к 1 сентября ты готов. Хорошо, пап, но рубашка, мне кажется, маловато. Ой, послушай, дашь пару раз списать Затупину и Тупареву. Они скинутся тебе и на рубашку, и на штаны, и на тетради. Тебе главное до первой контрольной просто продержаться. Ну да, и штаны короткие. Ну хорошую ты мне идею дал, воспользуюсь. Ну вот и отлично, держи. А я пойду дальше домашними делами заниматься. Папа, а рюкзак? Рюкзак, рюкзак. Ну слушай, у нас цель продержаться, поэтому возьми тот пакет, с которым ты целое лето ходил в магазин. Я думаю, недельку он еще выдержит. Эх, но радует только школа. Мой любимый класс! И я опять самый первый! 3 месяца лета – это просто какое-то мучение. Пойду займу свое любимое место. Скорее бы уже урок начался. О, Ботанов, здравствуй. Остальных, как я понимаю, до сих пор нету. Ну, ничего нового. Рассказывай, как лето провел. Здравствуйте, Мария Ивановна. Плохо провел, плохо. В смысле плохо? Что случилось? Да ничего не случилось. Так скучал по школе, так скучал. И вот наконец-то, 1 сентября. А, я уже испугалась. Интересно, где же остальные наши скучающие? Не знаю, Мария Ивановна, а первый урок какой? Придут все и решим, какой первый урок. Входите. Здравствуйте, Мария Ивановна. Ботан, привет. Здравствуй, здравствуй, Затупин. Что за внешний вид? внешний вид. Мария Ивановна, с 1 сентябрем! С 1 сентября, Затупин, начинается. Что там за цветочки, покажи. Поздравляю вас. Терпения вам и здоровья. Спасибо большое, терпение пригодится с вами. Так, ну... вот это, пожалуй, лишнее. А цветочки я возьму. Эх, не прокатило. А можно я присяду, Мария Ивановна? Ну, на сегодня присядь, но в следующий раз, чтобы был в школьной форме. И цветы никакие не помогут. Ботанов, привет! Как лето провел? Да, плохо провел. Школу ждал. С тобой понятно. Ладно. Здрасте! И привет! Тупарев, привет! Тупарев! Здорово, пацаны! Здрасте! О, ну да, Тупарев, про тебя я совсем забыла. Ты разве не остался на 2-й год? Марья Ивановна, а чё сразу на 2-й год? Я чё, хуже всех учусь в этой школе? Хотя... ну зато у меня нет ни одной двойки за год. Так что поработаем еще вместе. А форма где? В смысле? Нормальная форма после лета. 30 раз подтягиваюсь, 100 раз отжимаюсь. Приседаю вообще без остановок. Школьная форма, в смысле одежда. Марья Ивановна, вы его размер знаете? Такие костюмы уже не шьют для школьников. Хотя его папа мог бы и под заказ. Слышь ты, Ботанов, ты неправильно учебный год начинаешь, понял? Марья Ивановна, у меня папа задерживается, у меня с курорта выгнал, говорит, у тебя школа 1 сентября. А я, сынок, через 2 недели приеду. Поэтому этот вопрос, если решится, то только через 2 недели. У меня тут то и осталось-то. Так, на поесть, да на попить. Поэтому пока как есть. Да, только Ботанов у нас слушается. Ну что с вас взять? Садись. Клево! Ну чё, начинаем новый учебный год! Ха-ха! С Днем Знаний! Марья Ивановна, все в сборе! Какой 1-й урок? Так, ребята, ну давайте на 1-м уроке просто поболтаем, включимся в учебу потихоньку, расскажете, как вы провели лето. Ха! Марья Ивановна! Вот этих лохов не спрашивайте, они точно фигово лето провели. А вот как я провел... лето! О, я из-за границы прям не вылазил. Кто такое, что забыл за своей заграницей? Перед тем, как что-то сказать, нужно руку поднимать. Да-да, Тупарев, ты не меняешься. Правильно. Тупарев, ты что-то хотел сказать? Нет. А чего руку тогда тянешь? А я это, проверяю, не сломалась ли за лето система. Началось. Ну и как ваша система? Работать будем или нет? Вообще, Мария Ивановна, я считаю, что 1 сентября это очень грустный день. День похорон лета. Знаешь, для меня это тоже очень грустный день. Я к нему очень долго готовилась. А как вы готовились? Расскажите, пожалуйста. К чему готовилась? Да как обычно. За 2 недельки до 1 сентября мне батя узнавал, наша Марья Ивановна ложится в больницу и капается успокоительными, чтоб в первый же день с ума не сойти. Ничего смешного, Тупарев. С вами каждые 2 недели нужно в санаторий ездить и еще неделю прокапываться. И со мной тоже, Марья Ивановна. А чем ты лучше нас? Ты ж в нашем классе. От тебя тоже иногда плохо бывает. Особенно классу. Ботанов, а чего ты молчишь и руку не тянешь? Странно. Неужели тебе нечего рассказать? Ну, я хочу рассказать, как я провел лето. Но знаю, что они будут меня перебивать. Так что я приготовил небольшой реферат на всю тетрадь. Вот, держите, почитайте в тишине. Молодец, Ботанов, с тобой приятно работать, подготовился. Ну реально, эта заучка за лето вообще не поменялась. Да. Сдрисни отсюда, понял, то после уроков выловлю и потрясу как булочку. Марья Ивановна! Марья Ивановна! А можно я, Марья Ивановна? Что ты, снова систему проверяешь? Нет, Марья Ивановна! У меня реально вопрос, можно задать? Ну, если только по теме задавай. Да когда же снова каникулы? А этому лишь бы не учиться. Тупарев, да какие каникулы? Вы только с каникул вернулись. Первая четверть закончится, и будут тебе каникулы. Скукотень. Четверть. Мария Ивановна, а можно я расскажу, как я провела лето? Давай, Затупин, рассказывай. Мы с удовольствием послушаем. Подожди, Затупин, подожди. Что-то твой сосед по парте уснул. Ну-ка, давайте-ка его проверим на знания. Тупарев, быстро к доске! Что такое? Что случилось? Где я? Мальчик мой, мы тут решили твои знания проверить. В смысле? Где я? Вы кто? Тетя, а вы кто такая? Ну что, я начинаю вкатываться в тему. Развод номер раз. Тетя у тебя в магазине работает. А ты что хочешь, чтобы твой папа сюда явился на 1 же сентября или что? А знаете что, Мария Ивановна? Я уверен, что он по 2 причинам как минимум не появится в школе. Да? И по каким же таким причинам, интересно? Ну, во-первых, он уже свои 1 сентября давно отходил. А вторая причина? А надо было быть внимательным в начале урока. Он еще с курорта не вернулся! Я смотрю, Тупарев, ты ни капельки не изменился. Ну тогда еще будете пару сюрпризов на протяжении года. Ну а сейчас можете идти на перемену. Так быстро урок закончился. Ну ладно. Пацаны, вы идете на перемену? Пойдем книжку какую-то почитаем. Иди, иди, мы тебя догоним. Ну че, братан? С началом нового сезона! И тебя, братишка! Итак, здравствуйте, ребята. Начинаем урок. Марья Ивановна, подождите, а Тупарева еще нету. Затупим, какая разница? Главное, что ты есть, я есть и Марья Ивановна есть. Но как же без Тупарева? Мне, например, скучно. Ах, скучно. Значит, первым уроком у нас будет математика. О, я не опоздал! Марья Ивановна, я не опоздал, нет? Тупарев, наконец-то ты пришел, садись быстрее. Ну как не опоздал? Посмотри, все сидят, я сижу, значит опоздал. Не, ну, мало ли, чего они и вы сидите. Я вот, например, шел, музыку слушал, звонка не слышал, значит не опоздал. Мне кажется, ребята, я напоминала вам про школьную форму. И что это? А чё? Мне батя денег переслал, сказал, купи костюм в школу. Я и купил. А чем не костюм в школу? Да, иди к такому же балбесу на заднюю парту садись. Задняя парта, это круто. Здорово! Мы с тобой даже в одном цвете. Ага, крутой лук. Только слышишь, Карифаныч, давай местами поменяемся, а? Давай. Я так и знал, что ты даже не способен купить школьную форму. Слышь, на себя посмотри. Это не школьная форма, это рабочая форма. Там в офис какой-нибудь гонять или еще чего. А я, если чего, к физре готов, даже переодеваться не надо. Сиди, читай свои книжки. Так, ребята, напоминаю, первый урок математика, но у меня для вас одно очень важное объявление. Контрольная? Я люблю контрольные. Ты чё, только четверть началась. Какая контрольная, А может, Мария Ивановна хочет проверить наши знания с того года. Не расстреляли ли мы их за лето? Правда, Мария Ивановна? Мы контрольную пишем? Умолкни! Нет, не контрольная. К нам в класс придет новый ученик. Тоже что-то опаздывает, но я думаю, его просто задержали в учительской. Ха, прикольно! Как думаешь, он будет такой же, как и мы? Или такой же зануда, как Ботанов? Не, я думаю, такой, как Ботанов, только один на всю планету Земля. Он будет такой, как и мы. Посмотрим. О, кажется, идет. Всех приветствую! Разрешите зайти? Простите, Мария Ивановна, меня задержали в учительской. Можно присесть? А что он тут делает? Что такое? Ты его знаешь? Я думаю, ты сейчас все узнаешь. Здравствуй, Федор. Конечно, проходи. Сейчас я тебя со всеми познакомлю. Будьте так любезны, Мария Ивановна. Очень хочется познакомиться с новым классом. Мария Ивановна, а почему такой миленький кузнечик перешел в наш класс? На мой взгляд, он первоклашка. Во-во! Поддерживаю! Че он тут забыл? Пусть шурует свой Первый А, наверное, там гениальный какой-нибудь. А вас, молодой человек, я бы попросил помолчать. В этом классе главное Мария Ивановна, а не вы. Не понял? Слышь, мелкий, ты еще и со мной на «вы»? Я тебе дома покажу, понял? В смысле дома? В смысле дома? Так, ребята, тихо. Знакомьтесь, это Федор Тупарев. Тупарев? Ага. Федор, проходи, пожалуйста, садись за первую парту. Извините, Мария Ивановна, одно уточнение. Я поменял фамилию, и теперь я не Федор Тупарев, а Федор Заучкин. А с чего вдруг Заучкин? Именно Заучкин, потому что я не хочу быть таким, как мой брат. Пойду присяду. Это твой брат? Да отстань! Федор твой брат? Слышь, очкарик, вот вы вдвоем там сидите и отстаньте от меня. Нашел себе кореша, я думаю, ты с ним подружишься. А что твой брат делает в 5 классе? А я откуда знаю? Вот спроси у Марии Ивановны. Кстати, мне самому интересно. Мария Ивановна, а чё мой младший брат, ну, типа, Заучкин, делает в нашем 5 классе? Приятно познакомиться. Я Ботанов. Молодой человек, не отвлекайте меня, пожалуйста, во время урока. На перемене с вами познакомимся. Ты слышал, как он Ботаныча опустил? Это мой брат. Если что, это мой брат. Так, Ботанов, а ну-ка сядь нормально, у нас урок, между прочим. А теперь, Тупарев, отвечаю на вопрос твой. Ну что я сделаю, если мальчик, который пришел в 1 класс, за 3 дня показал свой потенциал на всех контрольных? Ну мы его и перевели сразу в 5 класс. Именно так, все в шоке там были, понятно? Слышишь, я в шоке. Я, конечно, дома замечал, что он соображалистый, но настолько прям Ботанова переплюнуть... Ботанов, а у тебя, походу, конкурент. И новый любимчик будет у Марии Ивановны. Да, Заучкин, походу, мне придется с тобой потягаться. Ну ничего, я люблю здоровую конкуренцию. Любишь, да? Ну, значит, потягаемся. А у меня есть идейка, кстати. Слышишь, Заучкин? А когда будет контрольная, ты нам с Затупиным дашь списать? А то этот... твой коллега за партой нам никогда не дает списывать. Все-таки ты же мой брат, а? По-братски дашь? А вот тебе, здесь ты мне не брат, а одноклассник. В смысле? Так что могу тебе просто дома помочь подтянуть любой предмет. Слышь, Федос, я от тебя такого не ожидал. То, что ты поменял фамилию, еще не значит, что ты мне не брат. Значит, не дашь мне списать? Тогда я буду к тебе относиться как ко всем. После уроков жду тебя за школой. Понял? Ты перебарщиваешь. Он же малыш еще совсем. Ага, подожди. Ты узнаешь, какой он малыш. Он еще и на карате ходит. Так ты еще и на карате ходишь? Вообще-то, очконавт, у меня уже черный пояс по карате, понятно? Ха-ха, мой братишка. Ха-ха. Чё, хочешь встретиться еще со мной после уроков? Да не вопрос. Нет, нет, Федя, я передумал. Мария Ивановна, слушайте, заберите их от меня. Давайте, что ли, может, какую-нибудь контрольную хотя бы напишем, а? Круто, Мария Ивановна, давайте писать. Я для этого сюда и пришел, хочу учиться. Уже в 5 классе. Так, ребята, контрольную напишем на следующем уроке, а сейчас я хочу вас пересадить. Почему это? Вы сами сказали. Балбес идет к балбесу, все, мы так сидеть и будем. Мы согласны. Да. Мне нужно, чтобы средний балл класса был выше. Поэтому Затупин садится с Ботановым, а брат с братом. Зато спешу. Мария Ивановна, я протестую. Я и так дома с ним с самого детства. Он у меня уже вот где сидит. Надоел просто, ну. Списывать все равно, наверное, не даст. Да что ты ноешь, брателло, разберемся.